Всем доброго времени суток. Тут еще одна распаковочка зарядного устройства. Шло оно 21 день и стоит 510 рублей. Ссылочка будет внизу. Нож куда-то я потерял. Придется по-другому распаковать. Пусто. Упаковка нормальная. А вот само зарядное. Коробка, шнур. Зарядная. Под пальчиковые мизинчиковые батарейки. Проверим. Так. Вольтаж здесь. Ага, 240. В каком плане будет, сейчас проверим. Так, это отсюда. И еще одна посылочка. Steam Dalai заказывал аккумуляторы, потому что там получается не самые дешевые по сравнению с AliExpress. Так, батарея, за 4 батарейки отдал $2.49, и за вот такую вот зарядку я отдал $3.29. Шло это ровно месяц, отправляли 9 января, пришло 9 февраля. Вот такие вот аккумуляторы. Так, а что они у нас тут? Ага, $6 оценили. Да, проверим два аккумулятора. Ну, тут написано, как ставить. Так, каждый аккумулятор у нас на 1500 ампер часов. Сейчас фиксируется. Гребаный телефон. Ну, проверяем. Вот так вот будут заряжаться аккумуляторы. Когда уже полная зарядка будет, то есть полностью все три деления будут заполнены. Так, ну а зарядку Wi-Fi-овскую просто сейчас, пока телефона нету, проверить не на чем. Ну вот такая вот ерунда. Конечно, качество среднее. Бумажка, шнур, микро USB, а мини USB. Ну, шнур короткий, то есть там может сантиметров 25. Вот описание. 1.5 ампера, 5 вольт, а не, выход 1 ампер, 5 вольт. Всем спасибо, ссылочки будут внизу под видео. Аккумулятор у нас заряжается, аккумулятор полностью зарядился, сейчас даже покажу. Значит, китаец прислал заряженные аккумуляторы. Всем доброго еще раз. Вот пришло 4 аккумулятора
с AliExpress отправили 06.01 и получил 03.02. То есть шло 27 дней, отдал я за 4 аккумулятора 340 рублей. Ну, сейчас посмотрим. Тут еще продавец дает на RQ-код на купон. Я потом, если что, скину этот купон. Мало ли кто еще закажет. Ссылочка будет внизу. Вот они, 4 аккумулятора на 1350 ампер часов. Ну, вот сейчас проверим их. Проверим мы сейчас на вот этом вот зарядном. Ссылочка на него внизу в описании. Так, это другие аккумуляторы. Что тут, на чем еще проверить? Сейчас, секунду. Ну вот я тестер принес. Сейчас проверим аккумуляторы. Вот. 24 вольта, почти разряженные. Ну, даже показывает, что пришли они, ну, на чуть больше половины заряженные. То есть вот сейчас заряжается зарядным устройством. Ну, да, 1.24. А вот который я заказывал с Tina Delay. Аккумуляторы на 1.2 вольта. Ну, здесь получше. Но они пришли полностью заряжены. То есть, не все четко. Я их протестил. Аккумуляторы хорошие. А вот эти вот надо будет потестировать. Сейчас посмотрим. Ну, вот уже два деления на одном аккумуляторе поднялось. То есть, аккумуляторы не полностью заряженные были. Так что, если что, ссылочка внизу. Под видео будет на эти аккумуляторы. И также RQ-код на купон продавца.